на колене в красном углу ковра, а Дилет Атылбеков представляет команду Кыргызстана. Мастер спорта, борьбой занимается на протяжении 8 лет под руководством Абдурашида Мамасабирова. Его соперник Сулейман Алиев представляет команду Ростова-на-Дону. Мастер спорта России, борьбой занимается на протяжении 10 лет. Александра, не, здесь я же 8-й год, без чисто мужики, 20-21, а у чемпиона мира. С ними не пока, ну я чисто. На корме Б встречается борцы весовой категории до 74 килограммов. Борьба за третье место. Красный трико. Расул Шапиев. Идрис. Македонский. На Акаре еще кто-нибудь бороться. Шапиева, Магомед Ибрагимов. Его соперник, борец в синем трико, Имам Ганишев, представляет училище Олимпийского резерва, мастер спорта международного класса, тренер Али Исхаков. Водитель автомашины номер 546, 05 регион, пожалуйста, уберите машину. Thank you.
Здесь будешь, да? Да. Просто. Я понял, брат, я жду. Давай, да. Че? Че? Че еще? Че? Ну, я не хочу стать. А, да? Мне холодно, брат. А, чуть-то. Если хочешь, я свою куртку принесу. Да, мастер, есть? Ну, чуть посмотри, да. А, да. Сейчас мой брат будет бороться, я так не знаю. Кто будет? Брат будет бороться. Ты здесь будешь? Ну, все. Как раз семьи сейчас одну сфоткаю. Я потом приду. Как зовут брата? Что-то меня обожали. Ну все. Как сфотка будет заканчиваться? Я сюда хочу посмотреть, когда вы все откроют. Я удачу обостанется, если сам будем будет. Я здесь спал, брат, но хватит, сейчас откроюсь. Нога забилась. Нога забилась, правда. Вот так сидеть, да? Да. Не ноги, а коленки. Забилась. Япония. Жди вокруг ставится, вас снимаю. Вчера еще подумали борца с ними, только два варианта. Сыгры заключили, а это мало как с ними проходили. Вчера еще на той. Пусть вам люблю, вчера из вас вам есть. Накануне победил Сулейман Алиев, Ростовская область, и стал обладателем бронзовой медали весовой категории до 74 килограммов.